Туман в Гатчинском парке. Вот Белое озеро, его самая основная вот эта открытая площадочка, самое широкое место. Оно все в тумане, не виден проспект вдалеке, не видно. Но я вообще хотел вот снять вот эту дорожку. Эту дорожку у нас где-то в ноябре, по-моему, наконец-то сделали гравием. И это за много-много лет. Ведь вот эта дорожка была ужасная. То есть вообще здесь все было лужи. Как только дождик пройдет, и да и летом, и в любое время года, кроме зимы, конечно. Очень сложно было проходить. Протаптывали вокруг, пытались пройти и так далее. Я много лет хожу вот так вот на работу этой дорогой, в том числе, и вот мучаюсь. Ну, хожу. И вот эти мытарства закончились, потому что сейчас вот посыпан гравий, он сейчас как раз вот появился наконец-то после снега. Снег растаял буквально за один день вчера. Потому что тепло, 12 градусов аж было. И стало так вот тепло. Я вот просто хочу полюбоваться. Ну просто песня. Идешь и идешь. И не надо перепрыгивать лужи. Не надо искать обходные пути. Ну замечательно. Замечательно. Сегодня плюс 4 с утра. Обещают, по-моему, 8 днем. Вот так вот, вот так вот. Хорошо. Парк продолжает благоустраивать. А это значит... А это значит что? Что страна наша потихонечку превращается в город-сад. Ну, потихонечку, не везде равномерно, мягко говоря. Но, по примеру парка нашего, который десятилетиями последними приходил в запустение, потихонечку приходит в порядок. Вот еще бы вот этот белый каменный мост, большой каменный мост, сделали действительно каменным большим. Как когда-то было, а то в войну порушили его. Но зато сейчас сделали добротный деревянный, а то он уже тоже был такой. И, кстати, год назад вообще приходилось его там вокруг обходить, потому что он был в аварийном состоянии, был перекрыт, по нему ходить было нельзя. Ну ладно, уточки плавают. Да, ну вот оно, Белое озеро в тумане.